И остановились возле бананов. И мне мой муж говорит: давай сорву бананов. Она отказалась. Ну, он там, он есть уже более-менее поджелтевший. Но они еще маленькие. Но эти маленькие, а там он побольше за листочком. Ну да, там немножко больше. Но все равно, потому что от них потом очень много этих маленьких-маленьких мурашек. А они так больно кусают, ужас. Надо заехать куда-нибудь в лес и там снять бананов тебе нарвать. Нет, а вот спасибо. Что это? Это кафе. А вот так вот развозят булочки. А, слышите? Вкусные булочки. Кстати, очень вкусные булки. Такие, как наши пирожки. Ну, до наших пончики, вернее. До наших далеко, но тоже жареные в масле. Он к каждому дому вот так вот подъезжает. Ой, кто-то там укусил за ногу. Ой, мы вообще куда-то едем, непонятно куда. Люди все приветливые, даже все здороваются. Не знаю, едем по проселочной дороге. Дорога в никуда. По проселочной дороге. Такие же, вот домики. Можно зайти, снять, попросить. Ну, я считаю, что может не стоит, потому что мы вообще в каком-то таком именно очень. Смотрите, сколько бычков и коровы. Коровы у них интересные. Заехали, не знаю куда. Мы заехали в домики. Люди ходят, а ты говоришь. Люди здесь живут. Заехали мы в тупик. Ой, давай я слезу. Не надо. А, еще не в тупик? Это еще не тупик. Боже мой! Вот, смотрите, бабушка сидит во дворе. Наслаждается природой. Ну, а дальше джунгли. Ну и куда ты вот сейчас меня везешь? Пожалуйста! Можно туда уже не ехать. И вот так вот происходит. Всегда. Всегда. Потому что мой муж всегда ищет приключения. Поедем отсюда быстренько. За людьми. Снимаю. Там ребята страусы. Ребята, посмотрите. Мы заехали, а здесь живут страусы. Но к ним лучше не подходить. Да, в Индии. В Индии тоже разводят страусы. Да, поехали, поехали. Боже мой, нападите на страусы. Снимайте. Зая, Зая, уезжай! Зая, ты чего? Он уже вон... Зая! Зая, не шумеет! Смотри, как он хохолок свой-то навострил! Боже мой! Конечно, идиот!
Видишь? Нападение страусов. Ну я же сижу сзади. Это не смешно. И они вот каждый вот идет за нами. Все, уезжай. Кошмар какой-то. Главное, он еще стоит и ждет, пока они на нас нападут. Аккуратно. А, rent room? Rent room? No? No. Видала, какой контент? Кошмар. Я туда не поеду больше. Ты же меня катаешь, так что... Семейство, наверное, большой дом. Может быть, там и большая праздник. Семья. Нет, наверное, скорее всего, семья. Вот. И на нас так смотрят, как это. Как на обезьянах. Очень яркий лимонный цвет. Страус за нами гонится. Я пошутила, не бойся. Так, ну куда мы поедем дальше с тобой? Или заблудились мы? Не, заблудились. Ну, давайте идем туда. Вот такие. С колоннами. Много заброшенных домов, очень много пустующих. Особняк Катя нас привезла на стройку. Смотрите, тоже так вот дорога шла, тупик. И в самых джунглях стоит четырехэтажное здание. И рядышком вот тоже строят такое вот здание. Вот так вот происходит стройка в Индии. Вот с таких вот кирпичей. И кирпичи это такие, такая порода. Как бы... Обтесана, принята форма. Я думал, ты, Катя, упала. Руль только наклони. Потому что тут стоять он не будет, может покатиться. Так, а это, я так понимаю,
Типа раствора, сухая смесь, наверное. А с чего она? Может, наподобие нашей глины, но получается, они добавляют в ней воду и... Добавляют воду и ложат кирпичи. Так, ну а мы двигаемся дальше. Нашим подписчикам. Подписчикам, родным и близким. И катаемся мы с вами по Бетолбатиму. Вот такие вот домики классные. Как здесь все зелено. Сколько здесь пальм. И очень-очень комфортная погода. Согласись со мной, потому что уже 5-й час. Так свежо, так хорошо, просто классно. Боли отдыхает. Тебе немножко неудобно, да? Нет, потому что не он у меня удобно. Водила. Мы едем вот на таком конике на нашем, на красненьком. Еду я домой, конька лужу подо мной. Хейса. Не одели, правда, забыли. Смотрите, с левой стороны какой дом. Забыли мы шлем одеть. Ну, а сейчас остановимся где-нибудь, оденем. Любят они раскрашивать дома в разные такие цвета, очень яркие. Но большинство, вон справа. Большинство преобладает... Сиреневые. Да, такие темные, потому что... У них дожди, и чтобы не чернели, ну, чернота меньше на темном видна. Поэтому такие серые, сиреневые, синие.